жесткая картина впереди. Там каждый раз, когда кафе РР показывает Линч, он все время мимо проезжает лесовоз. Давай уж жди. Вот интересно, сколько стоят эти бревна и себестоимость их доставки. Они же дико тяжелые и дико дешевые, по-моему. Сколько может стоить вот эта пачка бревен необработанных? Ну вот, соответственно, они и становятся дорогими именно из-за доставки. Мне не нравится слово логистика, потому что, ну, как раз вот это заимствование я бы не использовал. Потому что это какое-то приукрашивание, так же, как это какой-нибудь руммейкер, или как там передавал Алекс Брежнев, значит, в Штатах. А на самом деле это чисто уборщик. А звучит вот как-нибудь вот так вот. Поэтому логистика. Причем здесь слово логика вообще? Логика и так по-уродски людьми применяется, и я считаю, что ею вертят как хотят. Да еще и, собственно, вот так вот в этом слове оно еще замешано, это слово. Логистика. Не знаю, не нравится мне это слово. Не знаю, как вам. А у нас уже через 1 километр поворотик. И у нас уже 31 минута до Каширы. Сейчас посмотрим, куда мы повернем. Как говорится, все это вижу я впервые. И, как сказано в криминальном чтиве, есть небольшие отличия.